пропустили уже на первой минуте? Не донастроили, что это было? Да нет. Погодные условия сыграли свою роль. И я так думаю, что просто стечение обстоятельств. Мы первые минут 7, согласен, немного провалили. Но затем мы выровняли игру. Честь и хвала ребятам. Забили мяч. И потом, по моему мнению, владели преимуществом территориальным. Создали больше моментов. Но, к сожалению, была нервная немножко концовка последние 5 минут. А в общем, для нас эта игра была очень важна. Это, можно сказать, была самая важная игра у нас пока за последнее время в психологическом плане. Так как после обидного, досадного поражения вот, нужно было собраться и проявить свой характер. Что наши футболисты сделали, я им благодарен за это. И это как раз и является становлением мужского спортивного характера. Насколько помогло прибытие ребят из основного состава? Ну, я бы не разделял. Основное, мы все в одном клубе играем. Ребята здесь оказались, значит, они должны выполнять свои обязанности. Они их выполнили качественно и как положено.